Вы заметили, что здесь благоустроили пространство? Конечно, ну как же. И как? Это очень даже удовлетворяет нас. Это еще бы дорогу сделали, и все бы было отлично. Сейчас думаю, что будет, во-первых, автомобилистам будет удобнее, потому что очень много машин можно поставить. Это было очень, как говорится, неудобно. Вот, и нам в школу ходить, детям. Была дорога более разваленная, такая в ямах. Сейчас, конечно, стало лучше, ровнее и красивее. Строители еще работают, а изменения уже налицо. Благоустройство по проекту «Городская среда» идет в разных районах областной столицы. Во дворах по улице Беляева работы в завершающей стадии. На территории дома номер 18 расширили парковочные зоны. Свежий асфальт уже опробовали маленькие роллеры и местные автовладельцы. В соседнем дворе дома номер 20 выполнена подсыпка, обновлены пешеходные дорожки. Так же, как и в соседнем дворе, здесь расширен проезд до 6 метров для увеличения парковки. На очереди укладка асфальта. Всего на эти два объекта был направлено порядка 15 миллионов рублей. Благодаря и людям, и корректировкам, и их пожеланиям удалось сделать дополнительные выезды. Для удобства людей были такие пожелания за счет небольших вот каких-то перераспределений объемов. А так наша основная сейчас цель уже, когда идут работы, это проверка качества, реагирование на каждое обращение жителей. Контроль и за сроками ремонта. Комиссия выехала и в Заречную часть города. Строители сейчас работают во дворах домов номер 40, 87, 87А и 89 по улице Пугачева. Часть работ здесь взяла на себя управляющая компания. Сейчас на общей территории домов номер 38 и 40 установлен новый бордюрный камень, обустроены тротуары, дорожное покрытие подготовлено для асфальтирования. А вот дворы домов номер 87, 87А и 89 заасфальтированы практически полностью. Также здесь обновлены пешеходные дорожки и подходы к подъездам. На всех этапах ремонтных работ члены комиссии советуются с жильцами. Все устраивает на сегодняшний день? Да, конечно, очень нравится наш бордюр. Но мне еще это все еще покроить. Конечно, да. А так замечаний никаких нет? Нет, хорошо. Шум не мешает строительной технике? Нет, нет. На сегодняшний день в Заречье ведется работа в 31 дворе. В 13 уже работы сданы, подписаны акты, но мы продолжаем контролировать этот процесс, смотрим, как ведутся те или иные работы. По контракту на этих объектах работы должны завершиться до конца года. Ход их выполнения продолжат контролировать областные и городские власти. Жители, которых мы сегодня с вами встречали, положительно оценивают, конечно, эти изменения. Ну, вот на самом деле реализация программы позволила сделать, нам позволит, надеемся, за 5 лет привести в соответствие с нормативами большинство вологодских дворов. Программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года. В этом году в рамках федерального проекта обновят 62 двора в Вологде и 5 общественных пространств. Общая сумма, выделенная из федерального, областного и городского бюджетов, составляет 250 миллионов рублей. Айнур Жабагина, Михаил Прищев, Вологда РФ.